Крокодил, наверное, последнее животное, с которым хотелось бы неожиданно повстречаться. Эти зубастые ящеры – отличные охотники, которые могут нападать на все, что движется, а сила их укуса является одной из самых мощных в животном мире. Австралия. Прежде чем купаться в местных водоемах, нужно убедиться, что там нет ничего опасного. Этот человек с экшн-камерой на голове этого не сделал и лицом к лицу встретился с обитателем этого озера. Хорошо, что все обошлось благополучно. Похожий случай. Человек с экшн-камерой прыгает в водоем и замечает большого крокодила, спокойно плывущего под ним. Спортсмены сплавлялись по реке в Уганде, когда в какой-то момент произошла неприятная встреча. Люди стали отбиваться веслами от крокодила, который к ним приблизился. Но хищник не хотел сразу уплывать. Но усилия людей дали результат, и крокодил от них отстал. Прогулка на байдарке становится намного экстремальней, если в водоеме обитают крокодилы, которые временами неожиданно ныряют с берега в воду. Парень поймал маленького аллигатора для съемок фильма о дикой природе. Все шло хорошо до того момента, как неожиданно появилась мать этого аллигатора и напала на парня. Человек рыбачил, стоя на сабборде, и поймал несколько неплохих рыб. Но вот рыбака заметил другой обитатель водоема и направился к нему. Человек сохранил хладнокровие и с помощью весла не дал крокодилу подплыть вплотную, ведь с сабборда можно легко упасть, а оказаться в воде с зубастой рептилией – перспектива не из лучших. Государственный парк Lake Foss Point, Лос-Анджелес. Туристы забросили снасть на рыбу и теперь проверяют ее. На крючке явно кто-то есть, но это оказалось вовсе не рыба. Спортсмен-каякер плыл на своей лодке по верховьям реки Ваккамоу. В какой-то момент его замечает крокодил, который находился у берега. Рептилия направилась прямо к человеку и атаковала лодку с такой силой, что она перевернулась. Хорошо, что сразу после этого хищник уплыл, и человек остался целый и невредим. Здесь опять каякеры подплыли к крокодилу, греющимся на солнце. Но стоило хищнику нырнуть в воду, как спортсмены в панике развернулись и скорее поплыли подальше от этого места. Люди отдыхали в частном доме на острове Фрип и засняли оленя, который подошел близко и нисколько их не боялся. Потом они услышали шорох у воды и поспешили отойти подальше. Из озера к ним направлялся большой аллигатор. У этих отдыхающих выдалось хорошее утро. Увидеть так близко диких животных получается далеко не у каждого. Отец снимает своего сына, как тот ловит рыбу. Мальчик с трудом вытягивает улов на берег. Рыба клюнула довольно большая. Но вот как только она оказывается на суше, откуда ни возьмись, появляется крокодил, который набрасывается на пойманную рыбу и утаскивает ее вместе с удочкой. Этот человек тоже ловил рыбу в какой-то заводе, стоя на большой трубе. Его приманка привлекла не только рыбу. Большой крокодил подплыл к берегу посмотреть, кто там находится, сильно удивив людей. Oh my God! Holy shit! Зубастая рептилия неожиданно выскочила из водоема и напала на фотографа. Человек попятился назад, а аллигатор атаковал штатив его камеры. После хищник вернулся в воду.
Но как только человек подошел поближе с телефоном в руках, аллигатор снова выскочил из воды. Наверное, не любит, когда его снимают. К туристам на лодке неожиданно подплыл крокодил, и люди решили подразнить его едой. Крокодил долго не обращал внимания на мясо, которое ему давали на палке. Но вот что-то привлекло его внимание. И хищник выпрыгивает из воды и чуть не хватает человека за руку. С этими животными нужно быть очень осторожными. Тут также туристы на лодке заметили аллигатора, который направлялся прямо к ним. Когда он подплыл поближе, гид начал подкармливать его, на удивление всех присутствующих. Аллигатор даже практически забирался в лодку для получения очередной порции мяса. А туристы были просто поражены этим. Туристы увидели аллигатора, который отдыхал на высоком берегу, и подплыли к нему поближе. Но вот незадача. Рептилия запрыгнула прямо к ним в лодку. Люди перепугались. Однако аллигатор быстро пробрался на другой борт лодки, не обращая внимания на людей, и нырнул в воду. США. Здесь рыбак ловит рыбу на каком-то водоеме. И вдруг появляется крупный аллигатор, который подплывает к берегу. А через несколько секунд он и совсем выходит на сушу. Рыбак с испугу даже упал, когда пятился назад. Еще бы, увидеть в паре метров от себя такое чудовище. Аллигатор постоял на тропинке некоторое время, потом развернулся и ушел обратно в воду. Австралия. Рыбаки на лодке заметили огромного крокодила, который грелся на берегу, и подплыли к нему поближе. Но вот крокодил резко разворачивается, и люди с испугу дают полный ход. Ночью небольшой крокодил незаметно пробрался во двор частного дома и запрыгнул в бассейн, где в этот момент находились люди. Парень сразу же выпрыгнул из воды, а вот девушке пришлось отбиваться от зубастой рептилии. К счастью, обошлось без травм. Байкер неожиданно повстречал крокодила, который перебирался по потопленному мосту в другую часть водоема. Жители одного из домов в США были сильно удивлены, когда аллигатор попытался пройти в их дом. К счастью, дверь была заперта, и хищник лишь заглянул через стекло и потом ушел. Семья прогуливалась в одном из национальных парков США. Заходя на мостик, они встретились с аллигатором, который спокойно грелся на солнце. Наверное, это привычное дело для тех мест.